урожай будет 24-25 миллионов тонн по итогам этого года. Как докладывает министр сельского хозяйства и акимы областей, урожай будет сохранен, несмотря на такое большое количество. Для этого по вашему поручению приняты в проекте уточнения бюджета, в том числе субсидирование на транспортировку зерна, закуп зерна, который проведен компанией «Казагро» по вашему поручению. Это все даст определенные результаты, и мы держим это на постоянном контроле. То есть то зерно, которое собрано большим трудом крестьян, оно должно быть и будет сохранено. Это очень важно нам этот большой урожай сохранить, экспортировать своевременно, и чтобы сельхозтоваропроизводители в деньгах не потеряли и получили от этого большого урожая соответствующие средства для дальнейшего развития. Второй вопрос большой, текущий, это подготовка к зиме всего народного хозяйства, всех регионов, очень важно. Третье, это подготовка достойно встретить 20-ю годовщину независимости нашей страны.